Всем привет, это Наталья, и я хотела бы сегодня рассказать вам, ну, то есть не сделать с вами одну поделку. То есть если ваша комната скромная, нет никаких таких особенностей, то ее можно с легкостью красить при помощи журналов и бумаги. Значит, что я хочу сделать? Небольшой коллаж. Коллаж такой модный. Для этого мне понадобится клей, ножницы, большая куча таких карандашей, фломастеров, бумага любая, я вам показываю. Значит, ну, это пенал, тоже такие карандаши и множество журналов, журнал. Итак, наверное, я начну. Я беру бумагу. У меня отличная будет такая. Значит, беру и пытаюсь вырезать какие-нибудь самые модненькие новинки. Например, это будет. Значит, я хочу вырезать, например, какую-нибудь красивую одежду, красивую девушку с одеждой. Ну, давайте я вам покажу. Например, это будет какая-нибудь... Например, вот. В принципе, очень модная. Почему бы ее не вырезать? Можно вырезать, в принципе, со всякими советами. Тоже очень стильно сейчас. Рядом тоже вот хорошая... Тоже хорошая одежда с блёстками. Ну, и давайте вырежем. Так, значит, я вырезала полностью... Сначала так по контуру, просто так. А потом я уже вырезаю. Потом я вырежу прям точь-в-точь. Значит, это вырезаю. Так, вот. Вырезала. Сначала буду такие накидки делать, а потом уже.